Простая русская баба, рассеянная Гузеева угодила в грязь. Актриса осмелилась в дождливую погоду выйти на улицу в домашних тапочках, в результате чего угодила в лужу. Этой новостью звезда тут же решила поделиться со своими подписчиками. Лариса Гузеева не постеснялась выйти в люди в домашней одежде. Актриса в тапочках прошлась по грязным улицам и тут же испачкалась. Такое событие она решила заснять на видео, которым поделилась со своими подписчиками. Вот иду я, простая русская баба, из гостей в моих любимых тапках. Но не дура по такой грязи, цитирует Гузееву телепрограмма «Про». Публикация фотографии из Инстаграма. Некоторые из подписчиков сочли обновку актрисы немного странной и не замедлили с едкими комментариями. «Вы в этом на улицу ходите?» – поинтересовался один из пользователей. Лариса Гузеева не стала терпеть критику в свой адрес, поэтому резко ответила хейтерам. «Представляете, иногда не хожу, летаю, а вам сочувствую». Однако нашлись и те, кто по достоинству оценил новую шубу звезды и отметил, что выглядит она в ней замечательно. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Подружки нет. Несовершеннолетний сын Григорьева Аполлонова заговорил о гомосексуализме. Молодая жена Цикала откровенно о своей беременности. Выползает голый зад. Билан ошарашил странным заявлением. Зажигали в зоне. Скандальный артист вспомнил о лихих временах с Токаревым. И многое другое.